Коронавирус в Кыргызстане не думает сдавать позиции. Кривая статистика зараженных растет вверх. Более 530 человек заболели только за сутки. В Бишкеке зарегистрировали 151 случай, в Чуйской области 104, в Волжской области 75, в Джалабадской области 67, в Баткенской области 48, в Иссык-Кульской области 43, в городе Ош 21, в Талаской области 20 и в Нарынской области 6. Скончались от этой инфекции за прошедшие сутки 4 человека, 2 в Бишкеке и по 1 в Талаской и Ошской областях. Общее количество зараженных в стране превысило 61 тысячу. Этой осенью все будет намного сложнее, говорят специалисты. Обостряют ситуацию традиционный грипп и ОРВИ, симптомы которых во многом совпадают с COVID-19. Холодная погода, влажность – любимая среда для распространения инфекции. Коронавирус вместе с гриппом и ОРВИ может оказать на организм человека губительное воздействие. Это касается не только групп риска, но и людей всех возрастов. Но в любом случае, та волна, которую мы получили сейчас уже, ее уже не остановить. Мы сейчас будем получать все больше и больше рост. В больницах закончатся лекарства, в аптеках они уже подорожали, и мы будем получать все большее количество тяжелых случаев ковида. Опасаясь нового локдауна, власти стремительно увеличивают количество коек в стационарах. Больницы в регионах оборудуются дополнительными местами. На сегодняшний день по всей стране подготовлено более 4000 койко-мест для госпитализации больных пневмонией и коронавирусом. Тем кыргызстанцам, у кого заболевание проходит в легкой или в среднелегкой форме, медики рекомендуют лечиться дома. Это, по словам врачей, снимет и без того большую нагрузку на систему здравоохранения. У которых легкое течение, им не нужно делать рентген, КТ, и даже в связи с тем, что нагрузка на лаборатории большая, даже не надо делать ПЦР-тесты. То есть ПЦР-тесты тоже не надо поголовно всем делать. Если эта коронавирусная инфекция протекает в виде легкой простуды, то просто дома самоизолируется, находится под наблюдением семейного врача, и не нужны вот эти вот все исследования и так далее. Тем временем в Минздраве заявляют о второй волне коронавируса. По прогнозам ведомства, через 10-15 дней ситуация может стать еще сложнее. В столице планируют ввести новые ограничения. В мэрии обсуждают двухнедельное закрытие всех ресторанов и ночных клубов. Также сообщается, что соседний Казахстан закроет границу с Кыргызстаном в течение месяца. Ограничит полеты и Россия. Миримай Албекова, Адилет Марспеков, 5 канал.